мы можем учитывать очень небольшое количество сознательно элементов ситуации. Ну вот попробуйте умножить 42 на 36. Ну, казалось бы, элементарные действия. Одно другое сопоставить, тут это. Ну, вы будете говорить, столько-то пишем, столько-то в уме. И вам сложно, вы сосредоточенно решаете ерундовую задачу. Теперь представьте, что вам надо решить задачу, как развить собственный бизнес, как серьезно увеличить доход, как построить отношения с человеком, который сложный, многоплановый там, и так далее, с разными интересами и так далее. Разумеется, сознание не может этого сделать. Это можно сделать только используя тот ресурс дефолт-системы мозга, который у нас есть. И наша задача — научиться загружать внутрь нашего мозга все необходимые факты. Наша задача — научиться давать нашему мозгу необходимую пищу и время, когда он будет эту задачу внутри себя проворачивать.